Вайпет переводится по-нашему это собака охотничья. Это модель 28 года. Машина на ходу, в оригинальном ходу. Здесь ничего современного нету. Здесь электрооборудование 6-вольтовое, древнее. Мотор 3.2, объем куба. Стоит круиз-контроль, климат-контроль стоит такой. Да, по тем временам это очень такая редкость. Да. Здесь стоит сигнал 6-вольтовый. Катушка зажигания, генератор и стартер. Эта модель сейчас запросто по Альфа-Раби может поехать 120 км в час. Да. Резина своя родная, в оригинале деревянные спицы, но внутри спиц проходит, конечно, обманка. Идет металлический штырь. Да. Машина сейчас весом тонна 750 килограммов. В основном дерево, кожа. Но здесь большинство механика. Стартер механический. Да. Бензобак показывает механическое. То есть вышел, посмотрел, и поплавок плавает. Все ясно, знать, бензин живой. Так, дальше. Дальше. Бензонасос. Он занимает одну большую деталь двигателя. Объемность очень большой. Он простой, как самовар. Здесь стекло поднимается, как у Аль Капоне во время сухого закона в Америке. И бандиты любили эту машину, называли Вайпет, охотничья собака. Стекло опускается вот так, боп, и автомат Томпсона, и начинаются свои дела. Последний раз выезжал лет 7 назад в фильм, когда был Джокер. Мы снимали, первый канал снимал, когда фильм арендовал помещение, она снималась в фильме. Все вот эти дорогие машины, они все снимаются.